Не так нагрузка на плечи. Дим, не прогибайся. Вот смотри, верес практически прямо делает. Я бы тебе советовал, Дима, чуть подальше отодвинуть. Сам отодвигайся чуть подальше. Чуть-чуть еще отодвинься. Вот. Шигу руки пошире сделай. Вот. Пошел. Грудь перекладь. 10, 9, 8. Лесенка с 10 до 1. 10 сделал. Отдыхай 15 секунд. Потом делаете 9. Отдыхаете 15 секунд, делаете 8. Выше, Юрец, выше, выше, Дима, выше. Ножки вместе, Дима. Сравнивай на Юру, посматривай на него. Ты поправляй Юру, если у него техника выполнения не, чуть-чуть, может быть, искривленная, а он будет поправлять тебя. И вы друг другу подскажете. Это как бы играете в такую игру, как будто, знаете, кто красивее рисунок нарисует. Вот вы состязаетесь друг с другом. Нет, кто красивее сделает, а подсказывает, чтобы красиво было. Потому что со стороны видно. Юра, не падай, ты упал. Братан, не падай, не падай, не падай. Терпимо? Зашивать будем? К доктору едем? Нормально все? Зашивали уже на коленке? Ты тоже в зале ударился? Это сон? Наверное. Жуткий такой, да, сон? Юр, 15 секунд. Я смотрю крокодила Гена, но я не представляю, как выглядит прям настоящий крокодил. Мне приснился сон про настоящего крокодила. Ну, это сон, да. А потом я увидел у папы в телефоне такую же фотку крокодила, как во сне. Настоящего? Да, такую же фотку, прям с такими же там сзади. Интересно. Диман, 10, 9, 8. Дим, слышишь, да? Нет, Дим, 10. Да, сейчас я еще 4 дадим. А, все, да. А то Юра тоже подумал, в смысле? 8. Он делает 9, но он с перерывом 9 раз делает. Лучше за один подход. Молодец, Юра, ножки прямо, молодец. Парни, старайтесь красиво. Старайтесь красиво. Тяни, Димарик, я знаю, что трудно, братан, тяни. Тяни. Выше, молодец. Я музон включил специально, ритм там создавался. Вам сейчас надо об усталости забыть и только наблюдать за своим дыханием и чувствовать, как мускулатура крепнет, как внутри под кожей прям раздуваются бицепсы, трицепсы. Да, Юр, да, 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 молодец, веретенышко поделай, обалденное упражнение. Кровь разгоняет, усталость снимает, молодец. Только руки просто не улетят. Смотри, чтобы руки не улетели. На морозе это упражнение делать опасно, Юр. Я поднял. На голове, молодец. Только не упади. Тоже фокус. Ты поднимаешь на голове, а кто-то сверху делает горизонт, да, держит. И ты еще в шпагате в это время сидишь. Все, тянем. Юрец, у тебя 7? 8? 7? 5 и 7. Молодец, делаем. Быстрее делаем, сейчас мы за 5 минут все это доделаем, ну за 10. Потом быстро отдыхаем и, наверное, вы будете делать полосу, я не знаю, что вы захотите. Можем элементики поделать, можете полосу препятствий. Только должна быть уже давай на взрослую полосу препятствий, Юр, переходить. Слазить, чтобы можно было, лазить поверху. Маты есть, все есть, как раньше, помнишь? По-крутому. Димарик, какой счет? 7 из 8. Молодец. Честность, парни, молодцы. Честность и порядочность – это нужные качества в современном… Вообще всегда они нужные качества, а в современном мире особенски. Что, на Новый год тусовки, да, какие-то? Пойдете гулять, елки, салют? Юра, мне после воркаута подарок принесет. Молодец. Только воркаут это, Дим, воркаут на улице, а здесь гимнастика и воздушно-силовая атлетика. Воркаут как переводится с английского? Работа наружу, не на улице. Улица, что такое стрит? А аут это наружу, аут. Варк-стритинг. Нет, так оно полное название, воркаут-стрит. То есть работа наружу, на улице, если полное прям название. Но это можно воркаут, знаете, что такое? Уборщик, дворник убирается, это воркаут, работа наружу. Дорогу ремонтируют, воркаут, работа наружу. Семечками бабушка продает на улице, работа наружу, это воркаут. Здесь
Или там что-то человек делает на улице, вот, пожалуйста, воркаут. На улице? Да. Да, это воркаут, который называется футбол. Воркаут, дословный перевод, работа наружу. Work. Это все, что наружу, это... Нет, нет, не все, вся работа. Если человек считает, работает, да. Например, кто-то говорит, я не работаю, а тружусь. Кто-то говорит, я в футбол не зарабатываю, я в удовольствие. Играю. Да. То есть игру работой нельзя назвать. А это просто назвали для облегчения понимания. Он уже 6, да? Терпи, Диман, Юрец, терпите, парни. Терпите. Я знаю, что трудно, надо терпеть. Пробуйте разный хват. Пальчики на себя, пальчики от себя. Расстояние между рук уже, расстояние шире. Я на русском молился, и у меня было 5. Молодец. Молитва хорошая была, сильная? Ну, я не прям молитвой молился. Просто хотел, чтобы было 5? Да. Молодец. А теперь захоти, чтобы был мир во всем мире. Ага. Ну, это же... Это же хорошо. Мир во всем мире. Знаете, как это хорошо? Ну, очень давно в мире не было мира. Всякие трудности происходят, люди страдают. Войнушка везде идет, да, к сожалению. Люди делят, знаете, что люди делят? Они даже не деньги делят, они делят территорию, землю. Ой, как собаки. Хуже. Хуже, чем животные. Они, страшные вещи делают. Вредительские. Ноль, да, провисеть вы грудью, как прилипаете к перекладине, висите 30 секунд, 5 секунд отдыхаете и висите еще потом 30 секунд. Молодец, Юрец. Потом, когда руку уберешь, будешь тоже круто. Теперь ноль, висеть 30 секунд сначала повисеть, потом еще 30 секунд повисеть. Ну вчера трудная тренировка была, вчера парни устали. К завтрашнему дню они готовятся. Кто-то, кстати, у вас в школе каникулы наступили? Да. Поздравляю, а карантин кончился? Карантин. Был карантин в школе? Да. А у некоторых ребят еще остался карантин, и они захворали, поэтому ходить не могут. К сожалению. Так. Пусть выздоравливают, да? Мы из-за карантина и не ходим. Ну еще и каникулы теперь наступили. Да. Да. Все, Юрец, давай, ноль, висеть. Юрец, братец. Давай. Вообще вертушку можно прям было сделать. Прям вертухан можно было сделать. Ноль висеть. Больше, чем 360. Давай. Вот, да. Ой. 390. 390, да? Ага, здесь даже, да, больше. Юрец, давай. Все, висеть. Потом еще 30 секунд.
Димарик, быстренько отдохнул, потом два раза, Юра, надо прям прилипнуть к перекладине. Как? Дим, давай, два раза по 30 секунд прилипнуть. Надо прям, парень, надо прям грудью прилипнуть, прям так, дырк, вот так, перекладину. Ну лучше меньше, но лучше. 40 молодец. Я больше, но я не прижался. А надо прям прижимайся, прижимайся. Таз поднимай, Сейчас, молодец. Держи. Нет. Тяни, да поднимайся. Прям погоди, стоп. Видишь, ты чуть-чуть криво. Но если чуть поближе, то я могу. Ну давайте поближе, Хорошо, пойдемте сюда. Стой, вот на ту перекладину пойдем. А. Пойдем туда, Дим. Хорошо, все, сколько секунд? 30 секунд. 2 по 30. Вот здесь. Посмотрите, Дима, Юр, посмотрите, пожалуйста. Знаю. Помнишь, 30. Да? Вот вы ножки закинули. Да, тут легче. И прям держим. 2 по 30? 2 по 30. Лучше вот тут ножки более... Нет, не стоять. Это более длинное. Это кухня. Два по 30. Парни, кому-то телефон ответьте, пожалуйста. Нет, я слышу. Я уже его за километр могу слышать. Свой звонок. Зачем же ты глухой? Наговаривай ты себя, зачем? Мам, я должен сказать, что это... Сказать, я робот. Здравствуйте, я робот. Здравствуйте, это полиция. Это пилиция. Здравствуйте, это пельменная. Да, здравствуйте, это пельменная. Я хочу тебе заказать пельмени. Ну, раньше, ну, там, у родителей спросят, там, когда телефоны домашние были, не было таких. Кто-то баловался, звонил, ну, не сами баловались. Телефон просто берешь. Звонишь так, алло, это зоопарк? Нет. А что из телефона уши торчат? Ха-ха-ха, там посмеялись, вот трубку бросили. Или там, знаешь, там, алло, там, это Ваня? Нет, ну позовите. Ну, бывает, кто люди нервничали, им всегда звонили. Кто бесится, им всегда звонили. И они злятся, а, я вас найду, там, ну, такого же возраста, как вы были. Но так нельзя баловаться. Сейчас вычислят и поругают. Да и раньше находили. И в школу приходили, там, да, родители ругались. Ну, интересно же, дети, да, побаловаться. Парни, провисели? Да. Все сделали? А, сейчас у вас пока есть перерыв небольшой. Вы можете посоображать, как вы будете полосу препятствий делать. А можно сделать свою полосу? Да, но я бы вам предложил берется. Да, я вам, вот маты есть. Давайте соображайте, объясните Диману, как проходиться будет. Что вы затрагиваете? Юра, Дим, вот здесь пока ничего не делаете, ладно? Здесь я просто сейчас попросил, надо видео заснять про вот это вот место, ладно? Юрец, Дим, здесь будет камера стоять, вот здесь не бегайте, за ней заходите, ладно? Лады? Вот выстраиваем, вот здесь вам можно много, все. Вот это расстояние. Вот это расстояние. Матами застелить можете весь пол. И лазить. По верху, по низу, везде лазить можно. И вот это расстояние можно вам. Юрец уже. Вот, маты берите, все, вот вам кадушки, все мешочки, там все, что надо, берите. Кстати, мы купили Алису вчера. Сегодня все спрашивали. Алиса, как быстро вы двигаться? I don't know. Я не знаю. Да, и мы говорили, а я знаю. Алиса, на колонку купили? А Алиса, можно по телефону с ней разговаривать. По телефону. Не прикольно, да? Нет, по телефону можно, конечно, надо указать приложение. Он еще выключается, если
А сейчас вроде бы Яндекс этот с Алисой или что там. Не вам Маруся там или Маруся. Маруся там нельзя или Алиса тоже. Ну молодцы, ну какие-то умные вопросы. Контроль, домашнее задание, да, можно спрашивать? Домашку можно. Алиса, помогай домашку делать. Так, давайте спросите мне все примеры, сколько будет миллион умножить на 10 тысяч бесконечно. Ну она скажет ответ, но знаешь, иногда, Юра, аккуратно, стекла. Учителю важен, чтобы ты умел объяснить, как ты нашел решение. Вот что важно учителю. Не просто знать, что миллион плюс миллион будет 2 миллиона, ну, а как... Можно спросить. А? Можно спросить, можно учиться, а это хорошая штука. Вы просто, вы помните, даже вам когда кажется, что она выключена, на самом деле она слушает. Это вот колонка, она слушает. Она прослушивает, но можно выключить микрофон. Даже когда кажется, что микрофон выключен. Уже... А? Самый лучший из розетки, да. Самый лучший. Но у нас за шкафом розетка надо. Вот, поэтому она всегда включена, поэтому она будет всегда... Ты ее знаешь, что накрывай подушки, скажи, Алиса все не подслушивает. Подушки. Можно, можно изменить... Юрец Фистон, отойди. Привет, Алиса. Если у тебя будет Алиса, можно изменить колонку. А, можно, и будет разговаривать, да, кто? Не надо, чтобы ей с ней разговаривать, надо говорить «Привет, Алиса». А, вот так, все, понял. Ну, можно просто «Алиса», а можно «Привет». «Привет, Алиса». Она скажет «Привет, парни, чё как? Как дела?» Все, занимаемся ее с фантазией, Дима, думайте, включайте воображение. Что вы будете делать? А можно положить? А вы только придумайте, куда вы будете ложить. Что? Можно равновесие? Найти. Конечно. Тебе вторую палку, да? Мать, тебе дать будешь как ее равновесие сделать? А, поставить? Наверное. Он здесь она кривая, что у тебя. Как, ну вы помните, смотрите. Оп. 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 Вы туда подходите или рядом, чтобы доставать? Парень, договорились, здесь не тусуйтесь, лады? Мне не жалко, но просто я буду опасные деньги полосу не будете себе строить? Будем. Но, возможно, нужно как раньше такое сделать. Ну, давай. Акробатика, чтобы гимнастика раскрылась во всей своей красе.